Здравствуйте! Это инструкция, как создать криптокошелек на блокчейне CryptoUnit. Создание криптокошелька содержит в себе три этапа. Первый – регистрация аккаунта, генерация сид-фразы, приватного ключа и создание мема, то есть логина или имя пользователя. Второй этап – покупка токенов UNTB на бирже для обеспечения рабочих мощностей кошелька. И третий этап – пополнение криптокошелька токенами UNTB для активации самого кошелька. Обратите внимание, если при создании аккаунта на блокчейне CryptoUnit криптокошелек не будет пополнен токенами UNTB, то такие кошельки не будут активированы, а созданные аккаунты будут аннулированы в течение часа. Регистрация аккаунта. Необходимо перейти по этой ссылке, найти ее вы сможете в описании под видео и нажать на кнопку Let's Start – начать. В открывшемся окне появится сид-фраза, состоящая из 12 слов, которая будет являться вашим персональным паролем для генерации аккаунта на блокчейне CryptoUnit. Внимание! Обязательно сохраните сид-фразу на нескольких носителях. Скопируйте в текстовый документ, распечатайте или запишите на бумаге. Помните, что порядок и верное написание слов крайне важно. И даже одна неверная буква может стать причиной потери возможности перехода на ваш кошелек на блокчейне. Ваша резервная фраза является ключом к восстановлению доступа к вашему криптовалютному кошельку, если вы когда-нибудь потеряете свой пароль. В случае утери резервной фразы никто не сможет вам помочь восстановить доступ к вашему криптокошельку, он будет утерян навсегда. Убедитесь, что все слова сохранены в правильном порядке и нажмите на кнопку «I've backed up». Я скопировал это. На следующем этапе вам будет предложено восстановить вашу сид-фразу в верном порядке. Для этого откройте документ, где записана ваша фраза, и нажимайте на слова в правильном порядке. Убедитесь, что все верно, и нажмите на кнопку Next. Следующий шаг. В открывшемся окне появится ваш приватный ключ, Your Private Key, и логин вашего аккаунта на блокчейне, Account Name. Вы можете придумать новое имя пользователя. Имя должно содержать 12 знаков и состоять из букв латинского алфавита нижнего регистра и цифр от 1 до 5. Нельзя использовать 0 и другие цифры. Созданное имя нужно вписать в строке Account Name – имя пользователя. Обязательно сохраните ваши персональные данные в тех же местах – текстовый документ, листок бумаги или блокнот, где вы сохранили вашу сид-фразу. Убедитесь, что данные сохранены, и нажмите на кнопку Continue – продолжить. Поздравляем! Ваш аккаунт на блокчейне создан. В появившемся окне отображается информация о количестве UNTB, которое необходимо внести на кошелек для запуска его сетевых ресурсов. Для пополнения кошелька UNTB необходимо сделать перевод по реквизитам, которые будут отображены на экране. В поле «Account to Transfer» отобразится адрес кошелька для перевода UNTB. В поле «Мема» отобразится ваше имя пользователя, которое вы создали на предыдущем шаге. Обязательно сохраняйте ваши персональные данные в тех же местах, где вы сохранили вашу сид-фразу. Кнопка «Continue» перенесет вас на страницу входа. Внимание! Если вы не пополнили кошелек UNTB в количестве, обозначенном в предыдущем окне, то выполнить вход в аккаунт будет невозможно, а через час ваш аккаунт будет аннулирован. Где взять UNTB? Первый вариант. Приобрести токены UNTB можно на бирже Unitex. Для покупки небольшого количества UNTB достаточно только регистрации на бирже, верификация не обязательна. Далее необходимо перевести приобретенные токены на ваш криптокошелек UNTB блокчейна CryptoUnit. И второй вариант. Если у вас есть друзья, партнеры или вышестоящие спонсоры, то вы можете у них в частном порядке купить, одолжить или попросить токены UNTB в том количестве, которое необходимо вам для активации аккаунта. Точная сумма UNTB указывается после завершения регистрации на блокчейне CryptoUnit. После того, как вы совершите перевод UNTB, ваш кошелек будет готов к работе. Пополнение криптокошелька токенами UNTB для активации аккаунта. Вы должны передать человеку свое имя пользователя на блокчейне, на которое он переведет нужное количество токенов UNTB. Внимание! Ни в коем случае не передавайте вашу сид-фразу, приватный ключ,
любые пароли третьим лицам. Это может повести за собой потерю ваших средств. Для того, чтобы перевести токены UNTB, нужно перейти в раздел «Send» – «Отправить» и заполнить все графы, необходимое количество токенов, выбрать UNTB из списка и указать имя пользователя, кому необходимо направить средства, и нажать кнопку «Send» – «Отправить». Мемо в данном случае является сопровождающим сообщением и заполняется по желанию. Далее будет предложено ввести пин-код, который устанавливается при каждом посещении аккаунта на блокчейне. Готово. Токены UNTB мгновенно будут зачислены на аккаунт получателя. Историю транзакций можно увидеть на странице Transaction History.